Так, 339. Я сезон 5 и так побегаю Гаджира, скорее всего, когда он выйдет из бета. До выхода из бета не хочу в это играть. А так, может, побегаем, посмотрим. Бэбики это, в принципе, весело. Более-менее, ну, должно быть. В теории, не знаю. Пока еще непонятно. В теории раньше вроде было. Ну, хотя и раньше было тоже душно, на самом деле. Было весело, но душно. А тут будет то же самое, видимо, только еще душнее, потому что это репа. Еще в 5 раз душнее. Бэбики есть бэбики. Бэбики рафляные. Поехали, короче. Запизделись. Ой, блядь, сало дали. Ой, хотя скорость хорошая, офигеть. Скорость хорошая. У меня была скорость большая, базовая. В чем фишка 5 сезона? Там у тебя каждый этаж... Ты играешь, короче, за бэбика. Это такой, типа, персонаж уникальный. И у тебя каждый этаж будет какой-то рандомный эффект меняться. То есть этаж каждый у тебя будет что-то меняться в твоем ране. Там всякие могут быть айтемы даваться, какие-то эффекты могут быть уникальные. Всякие тролль-бэбики есть, короче, что-то плохое делают. Короче, сложно объяснять. Но в целом это просто, короче, рафляная хуйня. Блять! Что-то вообще не пошло ни по этим гибанам суплексом. Блин, он такой слабый, блять. Как они выжили? Ну, хуй, по идее, есть. По идее, есть, это бесплатно. Так и знал. Так и знал! Как чувствовал, что такая же хуйня будет. Страшно. Ну я минимум 3 хп, правильно? Сало же нынче хилит, да. Раньше сало, типа, оно хп не давало. Оно давало контейнеры, но хп не давало. Сейчас, по идее, оно и хилит, правильно? Так что у меня все равно хп до хрена. Хоть как. Гонка нормально. Гонка хорошая была, мне понравилась. Наверное, хуйня была первая половина, вторая половина спасла гонку. Первая половина была ужасно унылая, там вообще ничего не происходило. А в конце, да, в конце нормально пошло. В конце пошел контент. Тот самый мир без Red Bull, да. Прекрасный мир без Red Bull оказался и вправду. Надеемся, то же самое будет в Японии, но нет. Что-то там, по-моему, нихера такого не будет. Да я думаю, это была разовая акция. К сожалению. Вряд ли это еще раз повторится. Скользнул. Нету. Надо забрать синий, по идее. Перед микро. Попался. А у меня, кстати, есть, у меня карта для этого есть, у меня есть Hanged Man. Это может сработать. Это может даже сработать реально. И плюс я дескарту явно оставляю на будущее. Тут что придется. У меня, кстати, опять... Да, у меня терзы нихера нет, потому что это говно. Кто мне в билд насрал, у меня терзы нет. Да и дэмэджа тоже мало. Теперь все сходится.
Да, чекать можно секретки. Оно криво, но... Открывает, да. Ладно, мне лень будет идти обратно, поэтому... Плевать. Мне лень. А сливку можно бросить об пол. Конечно, можно. Почему нет? Ты даже можешь хаша об пол бросить, я тебе больше скажу. И даже, по-моему, можешь бросить зверя. Если я не ошибаюсь. Да, кстати, вот о чем я говорил вчера. У пина эта атака просто по таймеру идет. Когда он типа сытся в прыжке. Просто таймер. А не типа длина прыжка. Даже диван перед домом. Даже диван перед домом тоже можно кидать с прогиба, серьезно? Это я не помню. Вот таких приколов я не помню, но возможно. Класс. Ну хп у нас дохера реально. У нас очень много. Светки искать, по идее, пытаться. Справа поищу. Куда ты? Придурок. Найс. Блять, промазал. Спасибо еще за 100, молю. Да как я... Что? Как я промахиваюсь тут два раза подряд? Чего? Ладно. Я промахиваюсь маленько, да. Чуть-чуть. Так, у нас два ключа. Два ключа. Окей, у нас три ключа, это хорошая новость. Сука, я тебя не видел сверху. Ладно. Опять это хуило выжило. Это прям плохо, потому что ты по лесу получаешь сразу. Часто суплекс. Я про видео? Что? Нет, я не про видео. Огонь. Там нету реально. Может быть справа будут, подожди. Не бей его. Не бейте. Не, не будет, ну и ладно. Так, вроде я магаз пропускаю пока что. Ага, вот, вот так это происходит. С этим суплексом часто. Так оно и происходит обычно. Какой стоп-кадр милый. А, я тут не был. О как. О как. Ластик. Ластик. Да, наверное... Блин, ластика вообще-то можно кого-то удалить. Какого-нибудь мерзкого, но... 15 копеек за ластик. Эх. Нет. Нет, нет, нет. Тач, мне кажется, не работает. Так.
Напиздел. Работает. Только там, правда, сложно потрогать нормально. Надо прям успеть, видимо, да? Ёб твою мать. Страшно. Короче, работает, но опасно. Берется все, наверное. Это довольно рано для почки. Почку еще можно будет запрокать тоже явно. Суплекс! Суплекс говна! Сука! Кстати, я их не смогу засуплексить. Мух. Они со мной, двигаются одновременно. Забавная хуйня. Так, я сюда иду, я понял. Так, ну у меня есть это, дескарта, если что. На случай... А, ну окей, кстати, как-то, видимо, прокает все же. Майдас тач. Как-то вроде да и прокает. Кайфово, кайфово. Аккуратно. Это уже конжойнт, у меня мега хуёвый тирейд будет. Я не хочу конжойнт собирать в этом ране. Я этого делать не хочу. Упс, промазал. Кстати, да, можно ключ сэкономить. Ладно. Я, конечно, люблю мистери айтемы, но такое. Спасибо за 100 рублей, Бузова. Нет, яму нельзя перепрыгнуть. Блять, дождь. Блин, дождь тоже получается у меня. Нет, не-не-не-не-не. Это, блядь, невыносимо. Это даже для меня невыносимо. Давайте уже без такого. Это прям на нервы действует. Бузова чересчур плохо. Как не Буза? Я думал, Бузова. Думал, это оригинал. Обманули. Я нихера не вижу. Там пауки были, а что там еще было? Не знаю. Что-то еще было. Так это забрать надо. А мухи были, окей. Окей. Легко довольно вроде умерли. Так, нет, тут я не играю суплексом. Не-не-не, стоп. Какой нахуй суплекс? Ебанить, фучер. Ты чё, ёбнутый? Суплексом, бластом играть, ага. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Тут уже все. Тут мы уже им не пользуемся. Так, ну все. Можно уходить отсюда. Даже ластом не буду, наверное, пользоваться, потому что все равно у меня есть активка, чтобы бесплатно ходить в Херсы. Не стоит того. Вот, супчик сейчас бы с кайфом съел. Супчик, блядь, прям хорошо было бы. Спасибо, 250 кут рейндж. Спасибо. Суп это имба. Же откроет, правильно?
А, что? А! Я тролль-бомбу взял из сундука сразу в руки, окей. Эпично. Грибы бахнем. Фига себе. Удачно бахнули. Тут реально суп великий наварили. Steam Sale и подвал наварили. И опять мне пихает Conjoint. Да, блять, у меня нет терзы на Conjoint. Идите в жопу. Какой Conjoint? У меня нету, блять, терзы. Дайте теры тогда, потом, может быть, возьму. Пока не хочу. Я капец буду вообще без тирейта сейчас делаю Conjoint. Это будет мега плохо. Это будет гига плохо. Заберу все же импера. Сам можно суплекс, кстати, продолбиться в этот комнату ошибки? Наверное, нет. Навряд ли. Типа, как поставить, типа, бомбу? А, нет, как там сделаешь, нам нужны враги. Типа, если там были бы враги, как-нибудь, типа, там удариться еще, поставить бомбу, и можете как-нибудь, типа, на этом ударе суплексы и плюс отскок от бомбы куда-нибудь запушит куда-нибудь жестко. Но навряд ли. Все же, наверное, крайне вряд ли это так сработает. Аккуратно. Страшно. Ух. Доля. Мы в доле. Мы в доле. Ура. Ладно, тогда я сделаю Conjoint. Хер с вами. Хер с вами. Сделаю Conjoint. Давайте. Не, автомат, по-моему, нельзя кинуть. А, можно любую бомбу сделать. Блять. На что я сам себя байчу? Давайте попробуем чисто ради прикола. Я не думаю, что это сработает. Это прям очень маловероятно, что это сработает. Сколько я потеряю терзы? Минус 0.3. Ну, это типа немного, окей. Типа, смотри, берешь вот так вот. Хопа. А, ладно, это была бомба с бомбой, окей. Но не, я сомневаюсь, что так работает. Все же маловероятно. Там только плута работает. Плута и... Если просто очень маленький, если тебя уменьшишь 4 раза, тогда тоже будет так работать. Больше, по-моему, ничем не пробиться в комнату ошибки в этой игре. В принципе, раньше было так же. Только раньше еще и плута не было. Раньше только можно было через типа 4... One makes a small сделать. Больше никак. Мимо. А, нет, попал. Офигеть. Попал реально. Уж опять будешь, сука, Крампус. Опять не дашь мне уголь. Нет, Крампус не будет сукой. Крампус нормальный. Дал угля на Новый год. Дропы. Вообще-то можно и вторую секретку пробовать найти. Или не найти. Ладно. Мне бомбы жалко тратить. По идее, лазарь будет плюсовый, да, ведь? Да.
Не, будет скор... Не, может быть, потеряю скорость, но я получу тирзы. Я получу тирзы много, если лазеря прокну. Хорошая ли эта идея? Пока нет, потому что у него хп нет все равно. Пока это явно плохая идея. Что такое все... А, потому что я стопвач. Что такое все медленное? Стопвач. Точняк. Я ебу. Я же было много хп, да? Вроде да. Пока вроде проблем с хп не наблюдается. Мимика сходит с сундуком. Хороший вопрос. Не помню, такое я делал или нет. Не плюйся. По-моему, только вторая, да, кнопка. Опять кнопки далеко, блин. Если это ж надо пройти ради этих странных кнопок. Да. О, два синих хп подряд, нифига себе. Там айтем, там айтем, там айтем. Где айтем? Блять! Костер. А. Понял. Такой себе айтем. Ресток. Окей, full health. Мешочек. С вопросиком. Короче, за ножом пошли. Пока я про него еще не забыл. Да пусти ты меня. А, нет, скорость нормальная, да. Потому что нету этого. Наверное, салат брали. Без салата скорость нормальная. Хорошо. Синих, а я максимально хп. Ладно. Пока не актуально даже. Хп и так максимальная. Это самое, думаю, раздражающее румо во всей этой шахте. Думаю, самое долгое. Хотя не, может, не самое долгое. Может быть, и хуже есть. А, да. Подвал. Подвал. В шахте. Такого давно не было. Блять. Как какать? А можно мать схватить? Подожди, я не уверен. Можно! А нахера, правда, не очень понятно, но можно. Реально можно. Да, это, конечно... Это, конечно, сильные мувы, сильные. Обняли. Такого не помню делать. Я, может быть, и делал, но типа редко ты тут айтемы имеешь. Буквально только через подвал делается. Кстати, типа айтемы обратно возвращают. У меня, по идее, хитбокса нет, я подумал, что они будут работать. Она же, по идее, не имеет хитбоксов. И не может умереть. Тогда подумал, может, и не работает, может, тогда. Ну, хотя, у него есть хитбокс, почему? Раз на тебя дамажит, очевидно. Не так надо сказал. Как бы какой-то хитбокс у него по-любому есть. Типа нету хитбокса на получение ей урона, нет. Но типа ты же можешь всякие там бомбы брать, также можешь всякие брать блоки с шипами, так что, в принципе, логично, что она тоже цепляется.
Наверное, это логично. Что в этом мало смысла, но... Но это логично, по крайней мере. Жаль, паука не схватить, да? Канавку мешает. Кринж. Скорость. Я хп не оставлял здесь никакое. О, нет. Из темного рынка или с лопатой на next этаж она останется? Не, я думаю, она пропадет. Навряд ли. Навряд ли она останется. По-моему, нет. Я думаю, ты если в шахту ходишь, то она исчезает. А! Утупил. Псина, фу. Псина, фу. Не хочу псину брать. Уминстер, что за название клипов ужасные. Кстати, по-моему, почка вообще не прокола за весь ран пока еще, что печально. Кстати, псину тоже, да, можно суплекс. Блять, только ради этого ее брать. Не хочу. Тринка, да, очень полезная. Кстати, она маленько работает, но чуть-чуть. Не сильно работает. Ой, блять. Спасибо, 100 рублей, молю. Твои названия тоже, скорее всего, не очень. Скорее всего, нет. Я их не помню. Есть-то гачи-версия. Найс. Уф. Разбежался. А, я поломал еще и цепочку, окей. А! Не прокнуло. Я не дотянул. Ну ничего, я просто прокую эту. Я прокую почку. На инкубы или на пару. Ууу, босс of steel, let's go. Да как и... Промахи. Постоянные промахи. Магазин. Дайте магазин. Пошел. Так. А. Интересно. Интересно. Так. Степашку не взяли их. Степашка, не обижайся, пожалуйста. Чини, да, блядь, не хочу я чинить. Там денег до хера, ну хай чинить. Отстаньте от меня. Чего вы душите? Там денег миллион. У меня Steam Sale и пересток. Нахер чинить. То, что не сломано. Ай, блядь. А куда бы хп красное слить?
Еще боссов стил. Подождите. Еще боссов стил. Так я ж могу это сделать, наверное, уже. Я ж могу вообще вот так сделать. Просто. Не так. И не так нихера. Я сейчас взорву его. Вот так могу сделать. А, мне дали лича уже, серьезно, уже дали лича. Сраный лич, камон, серьезно, сраный лич. Это все, что я получил? Это все, что я получил? Вонючий лич. Ну и дресня. Ну и говно. А. Ладно, тогда подожди. Тогда еще, возможно, пригодится. Тогда погоди. Это не бесполезно хотя бы. Свечка тоже, в принципе, не бесполезна, но я не буду ей, скорее всего, пользоваться. Че похитило? А лич, может, похитил? Кто-то съел. Лич кого-то сожрал. Так. Гаппи вроде не в одном глазу. Гела норм. Гела норм. Наверное, даже вот это все нормально зайдет. Гаппи не надо. Опа. Да? Я не знаю, мощнее ли это надо считать, но... Как будто я умею считать. Все, короче, пошли отсюда. Мелодия забавная, потому что... Ну, мелодия еще работает на всех остальных. Типа, она бафает не только Гела, она бафает еще и... Орликина бафает, так что... Так что, думаю, нормально. Пущай будет. Но хотя бы работает. It just works. Именно. Именно так. Угу. Я думаю, я еще одного могу запрокать, наверное. Чутика с почки. Тут аркада, по идее, должна быть. В моем понимании здесь должна быть аркада, но может ее не будет нихера. Посмотрим. А, да, портал оно не бьет почему-то. Тоже логика просто невероятная. Врагов бьет, портала не бьет. Ладно. А, бесплатно. Бесплатно. Что же, помню, не верю я в аркаду. Все же не будет аркада на этом этаже. Это деньги сила. Это деньги сила. Пятюню отдай. Еще деньги. Шикарно. Деньги? Только не скидку. А, нет, там будут деньги. У меня уже есть скидка. Вот скидку вторую дать не может. Да, вот денег пиздец мало, но зато дали деньги с этого. Балдаем. Так уж нормально. Неплохо. Блять! Там же глаз был. Смотрел. Рассмотрел. Нет сделки. Хау. Открывай, нажимай. Шлеп-шлеп. Ни хера не вижу. А хули так долго умирает даже? What the fuck? Чё, блять?
почему-то долго умирает. Нет. А, метерзина нет. Из-за этого может. Ну, типа, блин, не знаю. А, у меня же еще. Блять, у меня же Мейда Стачи мог мух потрогать на халяву. Ой, Экселька. До свидания. До свидули. Все. Ща этого босса, блять, босс самый, блять, уебанский попался еще. Ну ладно. Да-да-да, это уже реально до свидули. Как бы без шуток. Как бы на этом мы и заканчиваем сегодня, очевидно. Это даже как бы не шутка юмора вовсе. Ага. Вообще. Благо немедленно, окей. Тут проблем нет. Что даже без урона прошел. Стопвач имба. Стопвач имба. Блять. Как же бомбы никуда не попадают, куда надо попадать. Ахую. Блять, как же ее запушивает. Только, пожалуйста, не... Не на меня, окей? Тринкет куда-то упал, господи. Призовые бомбы. Чё творят, чё творят? Ой, нормально получилось. Синяя. Ну тут нет, тут хуям не улетишь. Он вроде тебя... Когда у тебя мало хп, по-моему, что ли? Телепортирует при уроне. Только на низком хп. Окей, ГГ. 339.